В областном центре состоялась межрегиональная конференция, посвященная актуальным вопросам модернизации здравоохранения. Эта программа только начинает действовать по всей стране. В Оренбург приехали специалисты ведущих научно-исследовательских институтов, которые занимаются вопросами развития медицины. Они рассказали о современных подходах в проектировании и строительстве больниц, об использовании информационных технологий, о новом оборудовании. На форуме была представлена выставка российской техники. Врачи могли познакомиться с портативным электроэнцефалографом и дистанционным аппаратом для записи электрокардиограммы, который можно передавать для расшифровки даже на расстоянии. Основное внимание собравшихся было уделено научному подходу в реализации программы модернизации. Это прежде всего внедрение современных наукоемких технологий. И вот как раз эта конференция, которая состоит и из докладов, и из показа оборудования современного, она призвана познакомить тех врачей, которые будут реализовывать программу модернизации в области, познакомить с теми технологиями, которые сейчас должны применяться не в эксклюзивном варианте, а повсеместно и на ФАПах, и в участковых больницах, в центральных районных больницах.